думаю, да. Прыгать тяжелее, чем танцевать. Идет, прыгаешь, прыгаешь, стараешься, стараешься, потом устал, сходишь в батута, становишься на землю, и реально, ну, как будто тело свинцом налилось. То есть ты прыгаешь от земли, а тело не отрывается, ну, совсем никак, не хочет. Ну, я уже, наверное, раз 300 прыгнул. А вось повезет. А здесь как раз требовалась, наверное, недюжинная такая спортивная подготовка. А вы знаете, что среди звезд тоже был кастинг? Слава богу, я не одна из них. На самом деле еще и страшно.